Итак, прошло почти полчаса нашего бублика. Вот у нас все в стоке. Вентиляторы на авто стоят. Выбрали они 54% от максимума по оборотам. Температура у нас 69 градусов. Карточка 1080 от MSI. Вот у нас 27-я минута уже заканчивается. Точнее, 28-я. Вот. Температура 69 сейчас, максимальная 69. Вот они, частоты. Вот я зафиксировал обороты на 100% принудительно. И сейчас, по идее, температуры должны снижаться. Вот уже 65, 64. Вот оно так постоит, и потом я уже посмотрю, что по итогу получится при 100% оборотов. Видеокарточка на жидком металле. Не то чтобы скальпировано, просто посажено на жидкий металл. А термопрокладки родные стоят, стоковые. Сейчас у нас воскресенье 24.09.23. В общем, не буду долго тянуть. Вот у нас все так же 100% вентиляторы крутятся. Сейчас у нас 36-я минута. Вот, пожалуйста, температура 55 градусов. 56, 55. Прыгает. Ну или даже, в принципе, можно сказать, что стабильная 55. Это при прочих равных, то есть просто изменили обороты кулера. Для 1080 Ti полной нагрузки, фурмарки, то есть больше 30 минут фурмарка, вот, хороший результат.